Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Эта болезнь известна со времен Гиппократа. Уже тогда ее пытались лечить с помощью хирургического вмешательства. Древние ученые называли проблему не иначе, как болезнь, сшибающая с ног. Сегодня существует множество методов борьбы с варикозом. Однако люди все равно неохотно записываются на прием к флебологу. А очень зря. Диагноз варикоз по статистике можно ставить каждому второму. Даже если на ваших ногах не видно сосудистой сеточки или мелких варикозных звездочек, это не значит, что болезнь обошла вас стороной. Итак, о болезни, сшибающей с ног. Сегодня поговорим с Андреем Шалашовым, сосудистым хирургом, флебологом областной больницы Середавина. Добрый день. Добрый день. Андрей Геннадьевич, давайте, наверное, сначала совершим такой маленький анатомический экскурс. Сейчас попросим нашего режиссера показать нам картинку кровеносной системы человека. Как известно из школьной программы, кровь движется по нашему телу по двум кругам, большому и малому. Но когда она идет вниз, ее по венам толкает, сокращая сердце, и она идет за счет гравитации. Это понятно. Но внизу она же разворачивается и поднимается каким-то образом обратно. Как это происходит? Ну, вообще, честно говоря, я удивлен такими, можно сказать, подробными знаниями. Ну, это в школе же нас учат. Вот. Ну, по венам кровь поднимается точно так же, и в каждой вене существуют клапаны. У кого-то их больше, у кого-то меньше. У кого-то стенка венозная более упругая, у кого-то менее упругая. И с помощью вот этих вот клапанов, с помощью работы мышц, ног, других органов, кровь поднимается снова к сердцу. Собственно, вот вены, о чем мы сегодня с вами и планируем поговорить, как только что вы объяснили, достаточно важный такой орган в нашем теле, который как раз и отвечает за то, чтобы кровь циркулировала туда, куда нужно и вовремя, правильно? Вообще большая часть крови в организме находится именно в венах. Поэтому вены, несмотря на то, что к ним иногда отношение такое, ну, мягко скажем... Ну, не очень серьезное, не очень уважительное, может быть. Вот, тем не менее, это очень важный орган и очень нужен для человека. Хорошо. Итак, может быть, не все знают и понимают значение термина «флеболог». Тоже, наверное, сразу объясним. Флебос — вена, логос — знание. То есть это тот человек, который разбирается в венах. Итак, у нас сегодня в гостях Андрей Шалашов, который все знает про вены и про это нам сейчас расскажет. Андрей Геннадьевич, что же все-таки такое варикоз? Слово знакомое всем, но что это именно? Дословно варикоз, варик — это шарик. Вот очень легко запомнить. Поэтому если вы на своих венах увидели какие-то шарообразные изменения в той или иной степени, значит, вы можете примерно сказать, что, скорее всего, у вас есть варикоз. Если таких изменений нет, то, скорее всего, несмотря на то, что у некоторой части людей вены достаточно хорошо контурируются, видны под кожей, скорее всего, наверное, это как болезнь, скорее всего, этого нет. На каких частях тела можно увидеть вот эти узелки, о которых вы говорите? Чаще всего это ноги, нижняя конечность. Но иногда это бывает и на руках, на животе, но это бывает довольно редко. И это вызвано какими-то серьезными проблемами со здоровьем. Но чаще всего, ну, наверное, процентов 90 случаев это ноги. Практически все источники, которые пишут, дают какую-то информацию про варикоз, все время пишут женщины, женщины. Почему? Что, только женщин поражает эта болезнь? Нет, конечно, но дело в том, что приблизительное соотношение мужчин и женщин – это 4 к 1. Дело в том, что у женщин есть ряд специфических особенностей. Ну, это, конечно, и набор женских половых гормонов, это и тот специфический период в жизни, ну, скажем так, большинства женщин, которая называется беременность. Это какие-то другие факторы, которые влияют на это. Поэтому говорить о том, что варикоз — это только женская болезнь, наверное, это не совсем правильно. И кроме того, если рассматривать людей по возрастам, то, наверное, скорее всего, значит, в более молодом возрасте это более женская болезнь. А с возрастом, когда человеку переваливают за 50, за 60 лет, вот это соотношение, оно значительно меняется. И, как вы правильно сказали, практически у каждого второго, но это уже более возрастной категории, имеется та или иная форма венозной недостаточности.
Одним словом, из 5 ваших пациентов 4 это женщины и 1 пациент мужчина. Примерно такое соотношение. Да, примерно так. Да? Хорошо. Вы сказали, что варикоз можно увидеть, посмотреть на свои ноги, ну, главным образом ноги, да, увидеть какие-то узелки, и это уже будет являться сигналом, что ой-ой-ой, болезнь. Но, наверное, не всегда можно вот так вот легко диагностировать. Конечно, нет. Вы понимаете, дело в том, что болезнь как таковая и различные степени венозной недостаточности – это немножко разные вещи. То есть сказать о том, что вот это явление уже перешло в стадию болезни, это может только специалист. Но, скажем так, какие-то косметические дефекты, если вас это интересует, там тоже можно исправить с помощью различных методов. И если вы, чем раньше вы обратитесь к специалисту, чем раньше вы научитесь правильно профилактировать вот это вот заболевание, тем на более долгий промежуток времени вы будете, ну, гарантированно, что ли, от больших неприятностей. Вы сказали, что узелок еще не болезнь. Тогда вот что из себя представляет непосредственно сама болезнь? Различно, я сейчас объясню. Значит, если это один узелок маленький, значит, то, скорее всего, это не болезнь. Если это много узелков, пусть даже и небольших, но их достаточно много, то скорее, если есть отеки на ногах, например, да, то это уже можно расценить как болезненное явление. Если вы видите много меленьких венок, вот по типу красных или синих черточек, тоненьких, да. Да, тоненьких, то это, значит, один из признаков венозной недостаточности. Но говорить о том, что это болезненное явление, скорее всего, что такого нельзя. А какими методами вы пользуетесь для диагностики в своей работе? Для диагностики, ну, во-первых, конечно, это осмотр. Вот, нужно обязательно посмотреть человека, померить объемы ноги, разнятся ли они там, скажем, правые, левые. В общем-то, за какие-то пределы они выходят, не выходят, есть отеки, нет. Ну и, конечно, это инструментальные методы исследования. Сейчас очень хорошо вены диагностируют с помощью различных ультразвуковых методов. То есть не обязательно делать какие-то проколы, вводить какие-то инструменты, все можно будет так посмотреть. А все-таки почему возникает варикоз? Откуда это берется? Как существовал, вернее, один из ученых сказал, что варикозная болезнь – это расплата человека за прямохождение. Вот. То есть мы ходим на ногах все время в вертикальном положении. Естественно, давление на стенку венозную нижних конечностей оно будет всегда больше. Ну и, в общем-то, из-за этого развивается варикоз. Ну, плюс, как я уже сказал, это различные гормональные факторы. Женщин достаточно часто пользуются гормональными контрацептивами. Это тоже не проходит бесследно. Как бы вот гинекологи не говорили, что это там минимальные дозировки и все остальное. Такого не бывает. Ну, смотрите, прямоходящие мы все. Так уж вышло. Вот. Но варикоз-то у нас все-таки не у всех, а у каждого почти второго. Ну, это в старшей возрастной группе, скажем так. Я уже говорил, что это обусловлено генетически. То есть слабость венозной стенки – это свойство организма. Такое же, как цвет глаз, цвет волос, форма носа, ушей, форму вообще организма. То есть это передается генетически. И плюс те факторы, которые уже мы накапливаем во время жизни. Варикоз чаще всего встречается у людей, скажем так, которые большую часть времени проводят стоя. Это вот, значит, профессии такие, вот там, парикмахер, там еще какие-то другие похожие. Учителя достаточно часто к нам обращаются. Это образ жизни. И вот когда идет сочетание вот этих двух факторов, рожденный и приобретенный, тогда чаще всего и будет развиваться варикоз. Андрей Геннадьевич, хотела обсудить с вами, как со специалистами, такую вот информацию нашла по поводу варикозной болезни. Не знаю, как к этому относиться, но вот пишут, что на развитие варикозной болезни повлияла модернизация унитазов, а именно увеличение их высоты до общего европейского стандарта 40 сантиметров.
А что же? А то, что теперь нам приходится включать в работу мышцы брюшного пресса, в результате чего повышается сначала внутрибрюшное, а затем венозное давление. Это как к этому относиться? Ну, в интернете, скорее всего, много чего написано разного. Вот, но это не имеет какой-то научной основы под собой. Абсолютно никакой. Ну, наверное, давайте все-таки подробнее разбираться, что такое варикоз и в чем его опасность. Из интернета, опять-таки, нашего друга подготовила для вас картинку, несколько стадий развития варикозной болезни. Может быть, просто как-то схематично, чтобы мы поняли, с чего это может начаться и чем, к чему привести. Ну, здесь вот на картинках как раз все достаточно наглядно и показано. Вот те самые красные и синие звездочки, вот о которых я говорил, это вот две левых картинки, это то самое начало развития варикоза. Более значительной степени вот она на средней картинке. Ну и когда уже есть изменения на коже, когда это то самое время, когда не обращаться за медицинской помощью, ну это просто глупость, я считаю, потому что с такими ногами ходить это нехорошо. Разумеется, для каждой, особенно женщины, эстетика, красота ног – это очень важно. Но, наверное, кроме эстетики, какие-то еще проблемы могут предполагаться, если вот совсем... Или может все-таки не лечить. Ну надеть носить брюки, например, вот. Ног не видно. И жить себе спокойно. Да, довольно часто пациенты так говорят. Значит, есть еще такая хорошая фраза: ноги – это лицо женщины. Это да. Вот. Вы знаете, каждый сам выбирает, оперироваться ему, не оперироваться, или какие-то другие методы применять. Но я всегда предлагаю поместить себя вот в такую ситуацию. Вот представьте, вы командир самолета, командир воздушного судна. Вы точно знаете, что в самолете что-то неисправно. И перед вами стоит выбор, ремонтировать это сейчас или все-таки можно лететь. Ведь, в принципе, другие летают. И зачем вам рисковать? Зачем это надо? Поэтому, с моей точки зрения, правильнее и безопаснее избавиться от лишних проблем как можно раньше. Вы сказали, что фактором отягощающим, да, скажем так, в этом плане для женщин является беременность. Почему? Какая здесь связь? Ну, естественно, когда ребенок развивается, задерживается достаточно большое количество крови в тазу вообще. Естественно, затрудняется отток. Это первая причина. Ну и вторая причина – очень сильно меняется гормональный фон. Вот. А все вот эти вот гормоны, они влияют как раз вот на венозную стенку, поэтому вены расширяются. И, в общем-то, мы достаточно часто, в общем-то, проводили опросы тоже. Процентов, наверное, 60, может быть, даже больше женщин отмечают, что либо развитие варикозной болезни как таковой, либо первые признаки варикоза появились вот именно во время беременности. Позже они уходят, но все равно болезнь никуда не девается, и поэтому не нужно откладывать в долгий ящик, и нужно избавляться от проблем сразу же. Иногда можно слышать такие разговоры про тромб, который где-то встал, закупорил вену. Есть ли какая-то связь между варикозом и тромбозом? Есть. Тромбозы где-то процентов на 40 чаще встречаются у людей, у которых есть та или иная форма венозной недостаточности. Поэтому это тоже одна из причин избавиться от варикоза. Но здесь тоже вот в интернете достаточно большое количество различных страшилок, я бы так сказал, которые вот об этом говорят. Это не совсем так, и слухи об этом преувеличены. Но все-таки, тем не менее, тромбозы на фоне варикоза, они случаются гораздо чаще, ну и протекают, в общем-то, относительно хуже. Ну вот видите, не только эстетика все-таки должна беспокоить. В древности варикозные расширения лечили при помощи заговоров и трав. Позднее начали применять какие-то мази, там еще какие-то средства. Вы сейчас сказали, не каждый хочет оперироваться. То есть лечение варикоза – это только операция? Нет, конечно. На каждой стадии развития венозной недостаточности есть свои эффективные методы лечения.
на, скажем, начальных стадиях это... Заговор. Нет, это не заговор. Все-таки это компрессионный трикотаж. Как бы нам это слово страшно не было, значит, все-таки нужно это использовать. Это таблетки, мази, пожалуйста, разные есть, гели. На более поздних стадиях, когда уже видны варикозные вены, это, конечно, нужно более, скажем так, какие-то агрессивные методики применять, вплоть до хирургических операций. Но в настоящее время есть методики, допустим, вот лазерной закупорки, скажем так, вен, другие методы тепловой закупорки. Есть мини какие-то инвазивные методы, когда вены удаляются через очень маленькие разрезы. Есть методы химических различных вот этих вот воздействий. Поэтому, но на более поздних стадиях нужно применять вообще все, что возможно, что есть в арсенале вот современной науки. Иначе какого-то серьезного эффекта добиться будет невозможно. То есть на более поздних стадиях, конечно, лечение должно быть комбинированным. То есть если человек пришел к вам, не дожидаясь, пока болезнь начнет развиваться, его возможно медикаментозное лечение в этом случае? Да, конечно. И медикаментозный, и компрессионный трикотаж. То есть два компонента всегда должно быть. Компрессионный трикотаж и медикаментозное лечение. Вот компрессионный трикотаж звучит не очень привлекательно, скажем так. Сразу ассоциация приходит с какими-то страшными темными чулками, уродующими ногу и так далее. Мы с вами перед эфиром посмотрели несколько изделий. Сейчас, наверное, вот есть смысл показать еще их и нашим зрителям. Вот. То есть это вот не то, что я думала, когда думала про компрессионный трикотаж. Да, у всех, большинства, скажем так, женщин компрессионный трикотаж ассоциируется вот со страшными какими-то вот бинтами, да, там и так далее. Но вот здесь вы можете увидеть, что вот эти вот чулки, они могут быть даже со стразами, если для вас это, так сказать, необходимо. Могут быть совершенно любых расцветок. Но, тем не менее, это будут настоящие лечебные чулки. То есть это будет настоящий лечебный... они будут давать настоящий лечебный эффект. Нужно ли носить такие чулки, чтобы ничего не случилось, скажем так? На всякий случай, наверное, делать этого не нужно. Лучше все-таки посоветоваться со специалистом. И еще, Андрей Геннадьевич, когда человек ложится на операцию, очень часто приходит к нему доктор и говорит, что либо после операции, либо уже прям вот сразу-сразу нужно носить компрессионные чулки. Почему? Какая здесь связь? Дело в том, что если предполагается какое-то особенно большое, например, оперативное вмешательство на брюшную полость, на какие-то большие объемы операции, то, скорее всего, человек после операции будет относительно какой-то продолжительный период времени находиться без движения. И здесь отток от ног, прежде всего, он будет, конечно, замедлен. После операции всегда повышается свертываемость крови. Поэтому даже среди здоровых людей иногда случаются такие вещи, когда в нижних конечностях образуются тромбы. И вот эти тромбы могут, оторваться и причинить много неприятностей. Поэтому для того, чтобы вот этих вот неприятностей не было, врачи рекомендуют компрессионный трикотаж. Но это, скажем так, довольно индивидуально. Сейчас существуют достаточно серьезные протоколы ведения больных, существуют стандарты. Это нужно вовсе не каждому. В каждой ситуации конкретные хирурги разбираются отдельно. Если варикоз еще где-то на начальной стадии, то, насколько я поняла, возможно, несколько вариантов лечения. Вы сказали, медикаментозный можно на первых порах. И, например, лазер. Проведено уже больше 1000 операций с использованием лазера. Большая часть из них, это, как правило, комбинированные методики воздействия. То есть у нас не получается такого, чтобы что-то одно. И, в общем-то, это правильно. Потому что не бывает такого, или очень редко бывает, чтобы у одного пациента была какая-то вот идеально вот подходящая под данную методику вот вена, и мы вот это видим, ее удаляем.
Чаще всего это бывают либо различные диаметры, либо различные распространения вен, либо какие-то другие особенности. Поэтому одним методом сделать все невозможно. Но мы предпочитаем использовать лазерные методики. Почему? Во-первых, это достаточно быстро, не нужно лежать в больнице. То есть вы к нам обращаетесь, мы вам делаем операцию, вы сегодня же уходите домой. Я даже больше скажу, что технология выполнения этих операций подразумевает, что после операции человек сам встает с операционного стола, и он должен какое-то определенное время гулять. Никогда бы не подумала. Вот, да. И, соответственно, после этого, через какое-то время, мы вызываем пациента на осмотр. Значит, и если это необходимо, то дополняем другими методиками. Насколько это страшно и болезненно? Люди же всегда переживают за это. Вы знаете, мы тоже за это переживаем. Поэтому, ну, естественно, методики обезболивания, они всегда совершенствуются. Вот. И в данный момент ну, практически на какие-то сильные болевые такие ощущения не жалуется никто. Пациенты лежат, кто-то может музыку слушать, кто-то разговаривает о жизни, кто-то там о семье, кто-то о работе. То есть это, ну, как бы так, ну, зашел к другу поговорить о чем-то. Ну да, это вам так легко говорить. А вообще есть мнение, что лечение варикоза – это процесс долгий и мучительный? Процесс это долгий, но не мучительный. И здесь как раз проблема не в том, что мы лечим варикоз. Как я уже говорил, слабость венозной стенки – это свойство организма. Свойство организма, оно как было, так и остается. Вот. Удалив варикозную вену, мы не изменяем организм целиком. Вот, поэтому через какое-то время, там, 5-10 лет, там, у кого-то раньше, у кого-то позже, все равно где-то как-то появляются какие-то варикозные венки, что-то такое происходит. Поэтому всегда мы пациентам говорим о том, что, пожалуйста, приходите, значит, мы, может быть, будем использовать склеротерапию, может, какие-то другие методы. Через кожный лазер у нас сейчас используется недавно, вот у нас появился такой аппарат. Вот, то есть все возможно. И я всегда говорю, что эта варикозная болезнь, она как кариес. Чем раньше обратишься к врачу, тем будет лучше эффект от лечения, и тем он будет более долгосрочным. Ну, Андрей Геннадьевич, кариес-то один зуб вылечил, он соседним всего скорее появится, как с варикозом. Ну, вы знаете, не всегда он появляется на соседнем. Чаще всего, да. А потом, понимаете, ведь к стоматологу вы ходите, и все же нормально, никаких проблем не существует. Если есть такое свойство организма, и от него не избавиться, почему, так сказать, не ходить к флебологу? Ну, если есть такая проблема, то ходить, конечно, надо. Здесь уж, как говорится, о чем спорить. Ну, а существуют ли какие-то ограничения для лечения варикоза? Практически нет. Практически нет. У нас самая старшая пациентка была в возрасте, по-моему, 76 или 78 лет. Вот. Но она решила, что вот в данном период жизни вот ей вот, ну, не хочется ходить вот с такими вот ногами. Пожалуйста, проблем нет. И самая юная пациентка у нас была 16 лет. Тоже проблем никаких нет. В общем-то, единственное, значит, ограничение, это бывает, если существует какая-то лекарственная непереносимость. Но тут тоже возможны варианты. Как правило, доктора, которые приходят к нам в студию, особенно хирурги, всегда очень смеются, когда я задаю вопрос по поводу того, что, а может быть, можно было как-то вот с этой проблемой справиться народными методами? Вот, не признают народных методов для лечения. Как с варикозом? Вы знаете, специально для этой цели мы, соответственно, перед любой операцией проводим опрос, и у нас есть такая графа, использовал ли пациент раньше какие-либо другие методы лечения. Ну, вот где-то примерно процентов 80 что-то такое допробовали. Вот, потом все равно пришли к нам. Поэтому попробовать вы можете, но надо ли на это терять время?
То есть 20% все-таки получилось, те, которые к вам не пришли. Те 20%, они просто не использовали никаких методов. Они просто прочитали, сказали, мне это не надо, пришли, и все у них хорошо. Хорошо, ну а как все-таки, вообще не нужно думать и как-то держать в голове такие методы, как герудотерапию, апитерапию? Может быть, какая-то польза от этого? Нет, я не видел эффекта. Может быть, кто-то где-то и видел, но, честно говоря, вот в либологии, в том числе, я занимаюсь 25 лет уже больше, значит, методов, каких-то положительных результатов от этих методов я не видел. А реабилитация после оперативного вмешательства, она требуется? Она какая-то сложная? Реабилитация, конечно, требуется, но это не сложно. И здесь, опять же, все зависит от объема вмешательства. Были случаи, когда некоторые ответственные работники на следующий день назначали какие-то там важные для них совещания. Я это не приветствую, потому что, ну, все-таки нужно дать себе время поболеть, как-то восстановиться и так далее. Вот. Но, естественно, какое-то время нужно восстановиться. Кстати сказать, одно из преимуществ, если так можно выразиться, для пациента, это вот как раз именно то, что мы выдаем больничный лист, вот, но при этом человек находится дома и может заниматься своими делами. Ну, хочется, конечно, не дожить ни до чего подобного. Можно ли предупредить варикоз? Предупредить можно, вот, но здесь нужно разбираться в каждой конкретной ситуации отдельно. Очень часто бывает так, у нас уже есть такие пациенты, когда приходили, например, мама с дочкой, там сестры приходили к нам. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше. Соответственно, и подход к лечению мамы и дочки, он у нас разный. Но все-таки достаточно эффективный в каждом случае. И давайте еще в завершение несколько ситуаций опять-таки проясним. Вот очень много говорят и пишут по поводу того, что ношение корсетов, утягивающего белья женского, вот, стрингов и так далее, увеличивает, повышает внутриутробное давление, ну, нарушает тем самым нормальный ток крови и, соответственно, может опять-таки явиться провокацией какой-то для развития варикоза. Так ли это? Ну, сложно сказать. Вот этот вот вопрос, насколько я знаю, он никем не исследовался. Теоретически что-то такое можно предположить. Вот, но каких-то серьезных исследований по этому поводу я не знаю. Вот, но, понимаете, жизнь устроена таким образом, что человек должен двигаться, он должен дышать. У него должны все органы работать. И, естественно, когда мы ограничиваем себя, одевая какие-то там корсеты там и прочее, прочее, вот, то, скорее всего, страдает и венозное кровообращение в том числе. Вот. Но если, например, у вас там званый ужин у губернатора, да, там еще какие-то события там эпохальные, там свадьба, например, там, или еще какие-то подобные, то, конечно, если вы считаете, что нужно одеть корсет, одеваете. Если вы считаете, что нужно одеть каблуки высокие, одеваете. Но это не значит, что вот этими вещами нужно пользоваться ежедневно. Вот, то есть вся красота, она в конечном итоге должна быть краткосрочной, иначе могут появиться проблемы. Знаете, есть такое выражение, что красота – это здоровье. Вот, будет здоровье – будет и красота. Не будет здоровья – красоты не будет. Ну, я надеюсь, что что-то мы для себя прояснили. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Удачи вам в работе. Врачи-флебологи на вопрос, как лечить варикоз, отвечают однозначно – заранее. Для человека, склонного к варикозу, особенно для женщин старше 45, это означает следующее. При малейшем подозрении или первых признаках варикозного расширения вен обязательно посетить врача-флеболога и провести обследование. Будьте здоровы, до свидания.